Biz kiçikdən başladıq, lakin böyümək arzusu ilə yaşadıq. Bu arzu, ən əsası isə, Başabank kimi etibarlı partnör bizi irəliyə apardı. Biz böyüdük, uğur qazandıq. Başabank, zirvələrə doğru, birlikdə. Дорогие зрители, в эфире передача «Бизнес-класс», где предприниматели Азербайджана рассказывают про свою историю успеха. Сегодня наш гость Джалал Бабакишиев, основатель и совладелец сети маркетов «Рахат». Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, вам тоже спасибо за то, что пригласили меня. Джалал, расскажите, пожалуйста, как вышло, что вы решили начать свой бизнес, а не, например, работали на какой-то руководящей должности в частной компании или в госструктуре? До своей деятельности коммерческой я как раз-таки работал на очень ответственной должности. Так получилось, что по ряду причин мне пришлось уйти с этой работы. На тот момент у меня были несколько предложений, но я решил начать с трудного. У меня есть один очень хороший знакомый, который сделал мне предложение открыть магазин, один магазин, с новой концепцией. Я согласился. На тот момент, да, конечно же, это для нас было очень тяжело, но я по жизни такой, то есть постоянно придумываю себе сложные задачи. Меня не пугают сложности и трудности, то есть наоборот, интереснее начинать с трудного. На тот момент рынок был пуст, поэтому мы решили заняться этим бизнесом. Вы сейчас вместе, скажем так, руководите бизнесом? Или это просто был инвестор, который Нет, вкладывал? Это не был инвестор. Мы оба инвестировали. Сначала нас было двое. Оба принимали участие во всех процессах. Потом все изменилось, честно говоря. Этот человек отошел. Появился еще один партнер. То есть вы сейчас как бы ведете бизнес вдвоем? Да. Можно как вы сказать. Принимаете решение? Какую часть бизнеса занимаетесь вы, а какую частью руководит ваш партнер? Сначала дела велись так. Я занимался, так как у меня не было опыта в ритейле, а у моего партнера был небольшой опыт, я в основном занимался контролем. Маркетинг, закуп нонфудовской части и контактом и связями с внешними структурами разными, государственными или негосударственными. Мой партнер занимался в основном продажами, ценообразованием, развитием. После все, конечно, изменилось. После того, как я нагрузка попала на меня, я понял, что нужно больше уделять времени этому бизнесу. Этот бизнес, честно говоря, он как женщина, требует круглосуточного внимания. Да, немножко сложно было. Сейчас у нас появился еще один игрок в команде, очень сильный, он намного опытнее меня. Поэтому большие надежды, честно говоря. И мы открыли второе дыхание, держим путь к развитию опять. В самом начале кто вам помогал принимать ключевые решения? Как вы вошли вообще в рынок? Как просчитывали риски на рынке? Ну, как я вам уже сказал, мы вместе принимали решения, все важные решения принимались вместе, хотя сферы влияния разделили. Если вы спрашиваете насчет консультации или там помощи каких-то специалистов, сначала мы абсолютно не пользовались такими услугами. После того, как появились некоторые проблемы, мы начали черпать информацию как бы у специалистов, обращаться к ним за помощью. Насчет рисков, я вам скажу, все риски учесть нельзя, но для того, чтобы вести такого рода бизнес, нужно знать конкурентов своих, в первую очередь. Нужно знать законы, нужно знать изменения какие-то в налоговой системе. Уйма рисков я могу до вечера перечислить. Ну, а самое основное это вот в этом бизнесе – это воровство, мошенничество, как вне, так и внутри. Есть такая проблема, как аутсток, например, если товары заканчиваются на полках, это у нас всегда все должно быть, да? Жалоб мы не должны слышать. Есть финансовые проблемы, например, чьи-то оплаты задерживаются, какой-то поставщик начинает капризничать, чьи-то деньги ушли, например, X-компании. То есть такие проблемы есть, поэтому желательно заранее иметь
четкую систему, по которой ты будешь распределять финансы, по которой ты будешь закупать товар. Как вы эту систему построили вы? Честно говоря, конечно же, есть готовые программы, готовые системы. Велосипед изобретать незачем. Мы не верим в то, что, вот, например, московскую модель можно применить в Азербайджане. Или там какую-то зарубежную модель. У нас совсем все по-другому. Менталитет. Нужно считаться с этим. Нужно абсолютно все. Вот вы до этого задали вопрос о рисках, да? То есть мы делаем анализ, что бы мы ни сделали. Заранее мы сидим, наша команда, общаемся перед каждым нашим шагом. Для вас, как руководителя, какие 2-3 задачи являются приоритетными? Вы, как руководитель, как вы правильно планируете, распределяете свое время? В этом бизнесе очень много приоритетных задач и функций. Но самыми важными, я считаю, это правильный подбор кадров. Все мы знаем поговорку «кадр решает все». Второе – это отдел продаж и их мотивация. Третье – это контроль. Контроль не только финансов, но и услуг, и качества продукта. Можно перечислять очень много, но я думаю, что это самое главное. Сначала я нужного времени не уделял на стартапе, конечно же. Потом я понял, что этому бизнесу нужно уделять больше времени. И я перешел на усиленный режим с 8 до 8. Да, я сидел целый день, искал проблемы, не находил их. Ну, в основном, после обеда мы находимся на объектах. Бывают ночные проверки тоже. Мы иногда переодеваемся в униформу с всем офисом. Эта акция называется наша «Офис в маркете». И помогаем в маркетах, то есть делимся на команды. Например, я, например, упаковщик на кассе. В гастрономии помогает, кто-то убирает. То есть это нас сплачивает. Это очень интересно. Это дает нам возможность понять клиента ближе, пообщаться с ним. Мы как бы даем стимул нашим работникам, то есть, чтобы они знали, что мы тоже не белоручки офисные, мы тоже любим трудиться. У нас был один случай, это было, правда, давно. Накануне праздника перед Новым годом такой случай, ДТП. Машина въехала в маркет. Представляете, мне звонят ночью и говорят, что в наш маркет заехала машина. Как заехала машина? Съехала с обочины, заехала. У нас сейчас Мерседес вместо Полок, да? Я приезжаю туда, это было 29 декабря. Вы знаете, что предпраздничные покупки все, для всех это как традиция. Мы приезжаем, машина в маркете стоит, стекол нет, витрин нет, столбов нет перед маркетом. В общем, что делать? Собираю я своих самых близких, ну, подчиненных, я имею в виду, и мы начинаем драть полы. Человек, наверное, 7-8 работало, мы до утра почистили магазин и приготовили его полностью для наших клиентов. Это, я считаю, что если бы я сам не работал там с швабрами, нам бы не удалось так сделать. В 9:00 магазин был открыт. К какой категории маркетов вы относите Рахат Маркет и на какие сегменты населения нацелены ваши коммуникации? Наша сеть позиционируется как маркет для всех слоев общества, семейный маркет с доступными ценами. Я не люблю делить на сегменты, но бизнес нас учит этому, то есть обязательно нужно делать сегментацию рынка, нужно определять цели. Наша сеть популярна очень среди верующих людей, так как мы не продаем алкоголь и свинину. У нас девиз «Рахат халал гянаэтли». Я считаю, что наш покупатель – это уважающий себя человек, следящий за здоровьем близких и следящий за карманом. Сколько товарных видов представлено в вашем маркете? Как это соотносится с предложением ваших конкурентов? То есть торговая площадь разная, да, в маркете. Например, в самом маленьком маркете у нас 8000 единиц наименований, в самом большом 25000. Есть ли нужда как-то расширять этот ассортимент? Обязательно. Я считаю, что в Азербайджане недостаточно ассортимента. Мы все выезжаем за границу и видим, насколько обилие продуктов. Есть ли у вас такая система, когда вы как-то принимаете заказы или какие-то предложения от покупателей? Конечно. У нас
На кассах есть специальные бланки. Каждый покупатель, у нас даже в маркетах делаются анонсы. Каждый покупатель, если не нашел нужный ему товар, он может обратиться в любое время. Ведется запись, и обязательно отдел по закупам получает запрос. Как вы общаетесь с поставщиками? В основном через дистрибьюторов или есть прямые ставки? Ну, этим занимается у нас коммерческий отдел. Прежде чем товар попасть на полку, он проходит контроль качества, сертификат от производителей, вплоть до наличия вредных эмульгаторов. То есть тщательный у нас контроль. Заключаются контракты. После заключения контракта определяется место мерчендайзерами. Только после этого поставщик везет товар к нам, вбивается штрих-код в систему. Наши приемщики принимают товар, раскладывают по полкам. Вот такая процедура у нас. А вы только в Баку работаете или у вас есть маркеты по всему Азербайджану? У нас есть желание войти в регионы, но, к сожалению, пока только Баку. Джала, как вы следите за сроком годности и качеством продукта? А как и что вы делаете с просроченными продуктами? Да, это очень сложно, но мы нашли выход из ситуации. Мы регулярно следим за качеством реализуемых в наших магазинах. Помимо этого, у нас есть контракты с фирмами, которые регулярно тоже осуществляют проверки, как сроки, так и качество в соответствии с сертификатом продукта. Просроченные товары у нас изымаются с полок за несколько дней до сроков. У нас система наказания очень суровая. Наказано бывает от продавцов до координаторов всех маркетов. И наказываем мы их материально. То есть только так мы добились успеха. Если раньше из 20-тысячного ассортимента можно было найти там 10 единиц просроченных товаров, сейчас это практически свелось к нулю. Вы сказали, что вы, скажем так, наказываете продавцов. А как вы их мотивируете? Ну, у нас есть целая система, мотивационная система. У нас есть премиальные, у нас и нефинансовая тоже мотивация. Но мы справедливо управляем, я вам скажу. Никто не жалуется. А если кто-то несправедливо кого-то наказал или поощрил, то этот человек сам наказывается. Просчитываете ли вы поток покупателей и размер среднего чека в магазинах? И что бывает, когда вы видите, что есть ощутимые разницы в показателях? Мы ведем анализ ежедневно, ежечасно. Если мы видим, что средний чек падает, то это говорит о чем? Проблема в ассортименте. То есть человек пришел, такое же количество клиентов, но не смог купить все, что нужно. Если же падает количество клиентов, то здесь могут быть ряд причин. Например, это может зависеть от цены, это может зависеть от качества продукта, качества услуг в первую очередь. Это может быть зависеть от погодных условий, закрытия дороги, уйма причин. В среднем за день сколько людей посещают ваш один маркет? У нас есть маркет, который в день принимает 500 посетителей. А есть маркет, который 3000, например. То есть это зависит от, наверное, размера? От торговой площади. От торговой площади. Какие-то разные. Есть рентабельные, есть нерентабельные. Вот мы недавно закрыли один нерентабельный маркет. Мы год терпели, ну, пришлось нам закрыть. Он был в центре города. Ну, мы планируем сейчас открыть несколько мест. Кто является вашим конкурентом на рынке? Что отличает ваши магазины по формату, по ассортименту или по местоположению от магазинов ваших конкурентов? У нас много отличий. Как я раньше сказал, мы не продаем спиртное, мы не продаем свинину. Мы очень тщательно следим за продуктами, которые наносят вред организму человека. Этой концепции придерживаются немногие марки. Если мы возьмем только Grand Mart, они тоже, у них тоже такая же концепция практически. В остальных всех сетях все продается, насколько я знаю. Ну, сейчас очень основным игроком является Bazaar Store, конечно же.
базар что, так как он является сам производителем. Бизнес-аналитики в Европе и США пророчат смерть сетям маркетов, таким как, например, Walmart, и на их место все более выступают такие сети, как, например, Amazon Fresh, где можно делать доставку или же заказывать онлайн. Что вы думаете по этому поводу, и ожидаются ли такие преобразования именно в вашей сфере в Азербайджане? У нас скоро сайт начнет функционировать. Rahat.az. Это услуга для наших клиентов. Опять-таки здесь менталитет. Я заметил, что наш народ любит сначала потрогать, пощупать, посмотреть, после этого положить в корзину продукт. Если это касалось какой-то одежды, там, обуви, я согласен. Но я сам люблю заказывать через интернет. Но то, что касается продукта, здесь немножко щепетильный момент. Опять-таки, будут клиенты, но не настолько, чтобы развивать этот сектор и там думать о больших прибылях. Есть ли какие-то качества с вашей военной или спортивной карьеры, которые вам помогли в вашей предпринимательской деятельности? Безусловно. Будучи на военной службе, я очень расширил свой кругозор, большую школу прошел, объездил полмира, выработались такие качества, как дисциплина, в людях разбираться стало лучше. В конце нашего разговора очень хотелось бы узнать ваше напутствие или советы к будущим предпринимателям. Нужно быть трудолюбивым, не бояться труда. Нужно быть требовательным к себе. Нужно много изучать ту сферу, в которой собираешься работать. Нужно быть справедливым. Спасибо большое. На самом деле получилась очень интересная беседа. Спасибо вам за то, что пригласили меня.